моя самая любимая арена. Что она самая редкая. Два хила. Да, бля, вот это сейчас будет. Угу, надо ПТ-шку срезать быстро. Вот эти вот ребята, мы когда ходили с программистами вдвоём, они были, тоже парочкой ходили, только с танком, хим с танком. И тогда затащили в разум, поэтому неплохо, да, еще танк раскинул. Ну, так достаточно бодро. Не знаю, как вот эта связка. Ну, сейчас очень тяжело команда. Хотя, с другой стороны, два хила, если у него взята пассивка под увеличенный отхил, когда он щит прожимает, то вы его так захилите, они вообще никак не подамажат. Просто проблема в том, что пока на нем будут сидеть, он полноценный ДПС выдавать не сможет. Я буду долго ПТ-шку ковырять. Ну, я флешки раздам, я сейчас... Посмотрю, кто стакнется, дам флешку, там дебаф будет какое-то время на меткость. Если что, там команда сапуль. Я думаю, его сначала Мишторм припулит, а потом... Артифейзвалки. Конечно, фейзвалки вообще неправильно отклоняют, но ладно. ПТ-шку чуть-чуть даже. Не, они там непонятно на ком. Я, конечно, херово продамажил, пока бегал. Они не вообще смотри команды сами трогали. У тебя дэмэдж тейкин самый высокий. Норм улетел. Да это пиздец какой-то. Только подхожу, его отталкивает, потом прыгает. Джаггер без прожимов.